Здравствуйте! Сегодня снова с вами рубрика «Авто за автопати» и я, Иван Балтиков. Сегодня у нас вот такое пивко. Называется «Афанасий. Охота нашего. Выбирай, Россия». Марочное пиво. Классическая композиция с вкусом с привкусом горького хмеля. Вот такая фиготень, выпускаемая частной пивоварней Афанасий, город Тверь. Вот такая замечательная бутылочка с марочкой, вот с такой пропочкой, вот такой вот этикеточкой, на которой написано тут куча всякой ерунды, написано тут вот легенда, вот. Тут еще куча всякой ерунды, какие-то медали непонятные. Пиво светлое, пастеризованное. Состав пива: солод пивоваренный, ячменный, светлый, питьевая вода, хмель. Объем этилового спирта в 100 мл 4,5. Экстрактивность 11%. Пол-литровая бутылочка. Бутылочка классная, кстати, мне нравятся такие пропочки. В них можно что-нибудь потом, бутылки использовать, что-нибудь хранить. Ну, вот, очень интересная бутылка. Со всякими тут финтифлюшечками, рюшечками. Этикеточка такая сделана, такая под старину немножко. Тут такая легенда, история России. Это многовековая летопись великих побед, славных воинов, отдавших жизнь во имя Святой России. Вспомним, как монах Пересвет был благословлен на битву с ордынцами преподобным Сергием Радонежским. Сняв с себя доспехи и оставшись в одной великой схиме, с молитвой на устах сразил он ордынского богатыря Челубея, определив победный исход боя на Куликовском поле. Мы верим, что и сейчас возрождение былого величия России в укреплении веры и духовности народа. Наш вклад в государственную казну с каждой проданной бутылки – это 21 рубль 93 копейки. Благотворительно мы отчисляем 1 рубль в фонд святителя Афанасия на строительство храмов с верой в душой и только... Вместе сделаем страну сильной и великой. Вот такое православное, державное пиво, которое нужно пить всем, 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 кто у нас поддерживает. Не будем говорить что и не будем говорить кого. Не будем говорить зачем. Вот. Промолчим. Ответственный пивовар, даже роспись факсимилье поставлена. Номер один. Ужас. Этикеточка, конечно, клёво сделана. Легенда достойна вообще асов пера. Ну, что сделать. Попробуем её открыть и посмотреть, насколько нам охота этого нашего. И стоит ли охотиться за такой бутылочкой. Или только в бутылочке весь кайф. А всё остальное фигня. Открываем эту хренотеньку. Типа марки защитной, чтобы тут якобы не открыли. Опа! С дымком. Наливаем в кружечку. Очень актуальную миру мир студентам бир. Пеночка идет, 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 идет. Вот такая пенка. Закрываем штучечку. И ее, опа! Закрыл. Классно. Нравится мне такие бутылочки. Ну, вообще-то так. Вполне, вполне себе терпимо для продукции. Пивоваренного заводика, который продают по многим городам России.
Я бы не сказал, что тут действительно привкус горького хмеля. Привкус, именно привкус, привкус. Привкус есть. Значит, на самом деле он какой-то такой, пенка, как мы видим, ушла, и следов на кружке оставляет не так много. Что-то какая-то небольшая такая, небольшая лимонадность есть. Непонятно от чего. Небольшая лимонадность присутствует. Хотя никакой карамельного солода, ничего, таких добавок вроде не видать. Судя по описанию. Но почему-то как-то... Да, почему-то какой-то есть небольшой привкус лимонадности. Не знаю. Первое впечатление было немножко лучше о пиве. Сейчас я вот его сижу, пью. Вот у нас не тест пива. У нас просто пиво. Ну, блин, все равно ролик зависает. Ну, что вот с ним сделать? Кувалдой, что ли, треснуть компьютер? Вот. Не хочет он по-нормальному работать. Так. Открываем бутылку, наливаем. Дубль 2. Да. Пузырики в середине довольно крупные. Пена как-то опадает. Все равно, на мой взгляд, какая-то присутствует лимонадность. Вот есть пиво с добавками всякой фигни, там какие-то лимонные, там что-то еще какие-то со вкусами. Тут вроде по названию ничего не должно быть, кроме хмеля и воды и солода. Но почему-то лимонадность есть. Так что я ставлю где-то, наверное... Максимум трояк этому пиву. Хоть мы и не тестируем, а просто пьем. Но сегодня хотел я сделать полноценный тест, но что-то у меня тут всякие происшествия меня тут задержали туда-сюда. Вот всякие какие-то вообще странные события происходят вокруг. Поэтому на полноценный тест меня не хватило, и я сегодня ограничился автопати. В общем, вот такое пивко. Вот такое пивко. Сегодня потестировали. Но могу сказать, только если попробовать, не могу сказать, чтобы это стало чем-то таким выдающимся. На мой взгляд, тот же Ленинград, который до этого я пробовал и тестировал. На мой взгляд, даже лучше, чем вот это пиво. На мой взгляд. Хотя вот это считается более премиальным сортом, а то считается бюджеткой. Вообще бюджеткой откровенной. Но то, на мой взгляд, лучше, чем вот это. С вами был я, Иван Балтиков, и Авто за Автопати. До новых встреч!